то, что сейчас село потеряло, это просто политика одного человека. Все крестьяне, все директора, председатели колхоза были против фермеризации. Тогда президент взял и подписал указ. Отдал четверть имущества хозяйств безвозмездно этим руководителям. Соблазны? Соблазны. Они прихватили, кто-то оставался, кто-то распродавал, ушел. И, в общем, распалось сельское хозяйство. Притом, очень хитрый механизм сделан был. Вроде бы земледельцы и жители села будут иметь землю, но у них ничего нет, ни тракторов. Но если есть, то маломощные хозяева. Они вынуждены были как бы свои паи отдавать на аренду тем, кто может обрабатывать, сеять и тому подобное. И таким образом как бы создавали собственники. Когда он оставался как бы единоличным руководителем без парламента, он проводил всякие мероприятия, нажим, то другое, третье, и разогнал всех этих крупных товаропроизводителей и сделал фермеров. Притом нам тоже пытался доказывать, все страны проходили этот путь, мы тоже должны проходить. Но я ему рассказывал, что это 200 лет тому назад Америка проходила, сейчас они тоже укрупняют, сельскоаграрные фирмы делают. Но, к великому сожалению, сразу рухнуло село. Мы на сегодня имеем меньше половины того, что имели в 90-м году. Даже по некоторым позициям значительно меньше. Зерна в два раза меньше производим, поголовье крупного рогатого скота в два раза меньше, овец мы имели 36-37 миллионов голов, сейчас имеем 12-13 миллионов голов. Но это сравнение убедительное товарной части хлеба, произведенного в Казахстане, можно было обеспечить 100 миллионов населения хлебобулочными изделиями. Мы завозим добрую половину продовольствия извне. Решение вопроса заключается в том, что в новых условиях надо создавать новые крупные товаропроизводители. А на это сейчас надо пойти путем укрупнения крестьянских хозяйств и частных фермерских хозяйств. Если государство берется за это дело, это легче делать, чем это было сделано при коллективизации в 1927-1928 годах. И по большому счету есть кадры, которые в буквальном смысле слова жили и работали, и довольно хорошо зарабатывали, и были уверены в завтрашнем дне, насилие еще. Они очень быстро возьмутся. Конечно, будут противостоять те, которые захватили большие площади в своей собственности, их латифундистами называют, и они сами не работают, не пашут, не сеют, они нанимают рабов и очень большие доходы и зарабатывают. А если по разуму пойти, конечно, им надо тоже подсказать, хочешь, возглавляй, давай крупное хозяйство. Производи продукцию, продавай, получай доход, налоги плати. Можно было бы освоением брошенных земель заниматься и туда бросить средства и молодую силу. Если инфраструктуру сделать отличную, то безработные молодые люди с удовольствием пошли бы там обживаться.